Воскресенье в Самарской области облачно, местами пройдет дождь. Температура воздуха днем 10-12, с плюсом ночью 3-5 выше 0. Ветер северо-западный, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани малооблачно, днем плюс 12, ночью 4 выше 0, северо-западный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти небольшая облачность, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 10, ночью плюс 4, ветер северо-западный 5 метров в секунду. В Самаре облачно, небольшой дождь, днем плюс 11, ночью плюс 3, ветер северо-западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 58%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.